В Москве с начала 2018 года по просьбам жителей перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. Теперь режим этих устройств меняется в зависимости от времени суток, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном твиттер-аккаунте. С начала года по просьбам жителей перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. В зависимости от времени суток режим работы устройств меняется так, чтобы передвигаться по столице было удобно всем, и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам, сообщил Собянин. Новости СМИ двору так, по словам мэра, на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Гарибальди на юго-западе Москвы в часы пик время ожидания зеленого света для пешеходов снизили на 25 секунд, а на пересечении улицы Генерала Белобородова с 1 Пенигинским проездом увеличили время для перехода дороги на 12 секунд. Ранее на трех перекрестках Москвы для пешеходов водители установили светофоры с дополнительными секциями. Теперь проезжая часть принадлежит сразу всем, но при условии, что горит белый сигнал.